люди возводят в культ, да, праведный гнев. То есть праведное нанесение вреда. И после этого они мне хотят сказать, что они моральные. И я не вижу в этом морали. Я считаю, что это свинство. Но самое важное, это, конечно, что ты хочешь. Если ты хочешь вредить, не важны объяснения. Если ты хочешь нанести ущерб, компенсировав свою уязвимость таким образом, ты ничем не отличаешься. Ты просто хочешь восстановить нарушенный баланс. Причем с запасом, потому что мы знаем, что такое эффект владения. Но если ты не хочешь вредить, то ты уже хороший человек.